В одно-два касания футболисты Терека все-таки действуют очень и очень достойно. Вот смотрите, Уциев врывается в чужую штрафную площадь. Удар! 2-0! Фантастическая комбинация. Вот то самое. Розыгрыш в одно-два касания. Игорь Лебеденко освободился от защитника. Казалось бы, вышел. Было его не видно, не видно, не видно. Бах! В последний момент притормозил. Защитники побежали перекрывать возможный прострел. Уциев заметил. А может быть, опять же, наигранная комбинация. Где оказался партнер? Вот смотрите, раз Лебеденко притормозил, а защитники уже полетели, в частности, тот же Андреев, в подкате прерывать прострельную передачу. Ну и тут у Гутера, конечно же, ни единого шанса. 2-0 Терек. По среднему количеству забитых мячей игра между Тереком и Оренбургом не уступает ни одному из матчей текущего тура. В трех матчах из четырех забито по два мяча, в одном три.